Юрий будет дуть, дуть, Юрий будет дуть. Вся информация собирается в приложении Safe Drive, где можно следить, сколько километров вы уже проехали, а сколько километров осталось. Еще одна крайне полезная опция приложения Safe Drive. Оно позволяет понять, насколько безопасно вы водите автомобиль и подсказывает, стоит ли изменить стиль вождения. Серега, скачай, пожалуйста, приложение Safe Drive, хорошо? А давай-ка ты, блядь, не будешь меня тянуть свою ебучую рекламу. Вообще-то это не я, а ты получаешь за нее миллионы. Мне вообще, блядь, жена дома беременная. Хули я делаю в этих ебаных сачах? Блядь, установи себе приложение. Да иди в пизду, блядь, себе поставь свое ебаное приложение, блядь. Хули я тут делаю, сука? Юрий будет дуть, дуть, Юрий будет дуть. Слушай, а ну неужели красивые девушки придут в такую баню? Очень красивые, да, иногда. То есть, ну, настолько, что это даже как бы дискомфорт некоторые вызывает. Вот тот самый дискомфорт, ну, да? Ну, как бы очевидно, да. Пацаны, поменяем билеты, нет? Слушай, я тебя сейчас ногами, блядь, запинаю. Какие билеты сдать? Ты женатый человек, блядь, я женатый человек, меня дома дети ждут. Хули я вообще делаю в этом ебаном, блядь, немецком Саратове? Давай сдадим билеты. Речь зашла про письки, Дудь сразу оживился. Тебе чё нахуй, 15 лет? Блядь, нахер я вообще с тобой работаю, полудурок, блядь? Я Сережа, я хороший оператор. Мое резюме в описании, блядь, я ухожу от этого дебила, он просто доебал уже, блядь. Писечник обоссан. Юрий будет дуть, дуть, Юрий будет дуть.